Продолжаем выпуск. Сотни жалоб на действия мошенников по всей области принимают полицейские. В одном только Северодвинске с начала 2019-го на удочку злоумышленников попалось 100 человек. Речь идет о тех, кто пользуется банковскими картами и мобильным банком. Одна из уже устаревших схем – передача код-пароля посторонним лицам, хотя в СМС прописано никому его не сообщать. В результате жертвы переводили злоумышленникам по 200-300 тысяч рублей. Полицейские просят быть внимательнее. Мошенники могут оказаться и в одной очереди с вами. Выбирает, допустим, оплата телефона, сумма оплаты телефона, провести операцию. Терминал говорит, да, провести операцию, вводите карту. На этом этапе злоумышленник отходит от терминала, подходит следующий клиент, и он видит на терминале надпись «Установите банковскую карту». Далее вот пин-кода и автоматическая оплата чужого счета. Такую опцию, как совершение подготовки к операции без вставленной карты, дает терминал одного из самых популярных банков России. При совершении любых банковских операций рекомендуется быть внимательными и не поддаваться спешке. Подобные случаи мошенничества уже зафиксированы на территории страны.